от количества и качества участников. То есть я могу сказать, что очень хороший процент соотношения количества и качества. Очень порадовал блок классического танца. Рост самих коллективов и самих мастеров, которые ведут эти коллективы. Это очень нужная вещь, это очень нужен обмен. Педагоги должны стать для них вот этими звездочками, большими планетами, за которыми детям захочется идти. Можно что-то интересное найти для своего развития, глянув по сторонам. И не обязательно даже в искусстве танца. Не нужно ставить рамки, либо ставьте такие рамки, из которых будет сложно выбираться для того, чтобы человек смог начать развиваться. Мы как жюри можем сказать, но организация была, а родители какие в зале. Сделай свой прыжок.